Ребятки, всем привет, с вами Александр, и да, в прошлом видео мы тут разбирались немножко с вот этим новым гибридом, и предполагали, думали, да, кто же у нас будет второй части. Ну, понятное дело, что первый у нас будет либо, скорее всего, будет там Саркозух, а вторая часть у нас же будет, конечно же, Супер ДНК. То есть второй, ну, не второй динозавр будет участвовать, но будут участвовать Супер ДНК второго динозавра. Так что, в принципе, суть дела не меняется. Да, и большинство, наверное, все-таки склоняется к тому, что Супер ДНК будут у нас... ну, либо Саркозуха, либо Диплотатор. То есть второй динозавр будет, наверное, скорее всего, Диплотатор, вот как Анастасия пишет. Саркадат. Только не Дадор, а Датор. Ну, если будет Диплотатор, то Саркадатор. В общем, примерно такие вот у нас были предположения. Вот, вот Саркадатор. Вот как-то так. Ну, я тоже, в принципе, пока что из шипастых больше всего похож... на что такое. Ну, процератозавр, у него тоже есть хвостик, но слишком мало шипов. Вот Диплотатор подошел бы вполне себе неплохо. Так, ну а сейчас, ребятки, мы... Так, ладно, давайте сейчас мы сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Сейчас... О, мясо, мясо. Я, кстати, тут 30 миллионов мяса недавно, по-моему, прикупил в этом, в гавани. Попался такой вот. За 50... Около 50 миллионов, в общем-то, купил 30 миллионов еды. Так что я тут теперь нынче богатый, даже уже вот пришлось, уже даже потратил. Так, и наконец-то, ребята, прошло сколько-сколько месяцев, когда впервые, да, я показал на канале вот этого вот своего, нет, точнее, не своего, Индрикоцера в чужом аккаунте, да, и вот наконец-то я смогу сделать у себя из него что-нибудь толковое. Так, 3200. Так, 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 так. Я вот просто думаю. У нас есть турнир. Не вот этот, а есть вот этот как раз турнир. Белая мгла. Удивительно, почему у нас на выходных турнир Белая мгла. Что-то его раньше у нас не было по выходным. Так, также эту же Маматерию начал понемножку создавать. Ну, создавать больше я не буду. То есть, в смысле, качать уровень. То есть я в итоге создам 4 20-х, но не буду создавать даже 21-го ни одного, потому что он и так слишком силен. Так. Ну, в общем-то, у меня получилось, смотрите, целое заселье, заселье, да, как там, просто нашествие вот этих травоядных, ну, степных, я имею в виду, степных существ. И, кстати, это очень удобно. Вот я возьму три степных. Ух ты, прикольно. В принципе, давайте мы сейчас тогда саванных. Ну, саванны, степя одно и то же. Саванны в Африке у нас степи. Да, и вот мы пойдем, вот, допустим, взять вот так вот. Ну, слабовато что-то как-то получается, да, ребята? Ладно, давайте тогда пойдем 15-й. Ладно, одного сольем, вот такого, да? С, блин, ну жизни маловато, у них по 6, и сила удара помощнее, блин, вообще... Нужно вот так вот как-то брать. Ну, давайте пойдем. А потом уже сможем создать себе еще одного 30-го индрикоцера, потом создадим еще вообще 40-го, и все будет хорошо. Так, микрофон проверил, вроде бы мигает, все должно быть отлично. То я очень не люблю заниматься переозвучкой. 1700, блин, ну меня за 2 удара пробивает, а мне нужно пробивать на целых 3. Давай, давай, давай. У нас такая битва гигантов, да? Так, глиптодончик сейчас скоро появится и будет хрюкать. Глиптодоны смешные. Так, ну, давай, атака на все три, решайся. Решайся, трус, молодец. Отлично, это чтобы наш уртинушка... ну, то бишь, тот же Индрикоцер съел уртинушку, кстати, вот, да, вот такая у нас битва, битва родственников, так сказать. Забавно, ну, видите, да, ну, Индрикоцер массивнее смотрится. По размерам, я думаю, они бы одинаковые примерно, просто наш Индрикоцер стоит к нам ближе, так сказать, жопой к нам, но ближе. Посмотрим. Вот
как бы вот, если бы, знаете, когда начало боя, вот когда с правой и с левой стороны начало самого боя, тогда у нас можно реально сравнить их размеры. Так, у него осталось два. И он решил проатаковать. Вообще прикольно, слышите, я Индрикосером завалил Уртинотерия и Индрикотерия сейчас завалил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! У него же один оставался, да? Или нет? Или он мне удалил на тот один? Ничего себе, как много баллов пришлось мне потратить. Ну, сила удара слабовато, да? Надо 40-го создавать. Так, я так сейчас точно затащу одним вот этим. Не, не затащу. Ладно. Глиптодон одного таки смог завалить. Мамматериум. Давай, вот так вот. Ну, это, конечно, существо на порядок сильнее. На 20 уровне это просто жесть. Ну, это как тот же Дунклеозавр, ты сильнее всех, но этот еще сильнее всех. Ну, на 40 уровне это он вообще имбовый. Ух, давайте смотреть, что у нас тут дальше. Так, а дальше у нас не очень хорошо. Ладно, давайте тогда пойдем сейчас мы создадим создадим 30-го сделаем. А, ну то есть один останется даже, это хорошо. Так, ну по сравнению с первыми реинкарнациями Индрикосера, которые его только представили, да, его сделали сильнее, чем он был. Это хорошо. Блин, какая, опять третий раз подряд у меня какое-то существо пытается сбежать. Блин, ну такое прикольно, ну как благородный олень, так издалека. Да, иди, Оуэн, разберись. Ну, я вот Оуэна загоняю скоро. Так. Итого. Кого бы нам взять такого интересного? Чтобы он не подменялся, да? Но если я возьму Маматерия, он подменится на Одинотерия, там получится Чехарда. Не очень прикольно. Мне бы желательно, чтобы он не подменялся и вот точно так же вот и сражался. Для этого нужно взять кого? Ну, типа вот против кого он будет силен. И кого-то, так он за один удар завалит. Печалька какая-то. Можно взять Индрикосера, принести его в жертву. А там пойдет... Вот так вот как-то. Но даже не так. А вот так пойдем. Ну, просто не хочу, чтобы он подменился. Но все равно вероятность довольно высокая, что он подменится. Подменился, свалочь-то такая. Ну ладно. В принципе, тоже неплохо. Насколько он крупнее, это жесть! Это же, блин, здоровое существо, Динотерий. И он просто как будто бы сейчас растоптать его может. Это действительно какая-то крыса против нашего Индрикосера. Атака на 4 вообще шикарно. Мы его сейчас быстро порвем. Ну, раз, два, пять, 300. Ах ты ж гаденыш. Ну, вот так вот сделаем. Птичка нам не страшна, в принципе. Хотя, ой-ой-ой. Хотя страшна. Он подменился, теперь нам не страшно. Ха-ха-ха.
3 балла, проатаковал всего лишь на 1. 2 балла приберег, гаденыш. Гаденыш такой. Так, ну ладно. 5386, ну что ты будешь делать? Не хватило копеек, 7 баллов не хватило, ребят. 7 очочков, чтобы его пробить вообще. По-скромному. Так, ну что, Фараракс, готовься к смерти. Кстати, вот такие существа, как Тилокосмилы, Саблезубый Тигр, в принципе, и выкосили всех террор-птиц в свое время. Так, ну, вообще-то, поизи, что забросали камнями, да? Фух, смотрим, 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 смотрим. Вот, Индрикоцеры у нас там, ребятки, есть. Ага, вот так вот. Так, ну мы можем взять вот какого-то Маматерия, он подменится на того, потом возьму Анаконду и своего Индрикоцера. Вот такой вот у нас план, но нужно сначала создать нашего Индрикоцера. Максимального уровня. Так, вот он. Начать эволюцию. Let the evolutions begin. Так, что-то вообще еле-еле ползет эта полосочка. Добавили тут кнопку, типа, закончить сразу. Да и все, и сколько она стоит? Вот это клацаешь, клацаешь. Ну, зачем? Написали бы сразу, короче, да? Жди неделю, заплати там столько-то. Либо не жди ничего, заплати столько-то. Блин, дорого по баксам стоит, ё-моё, я потратил он чуть ли не 2000 долларов. Так. Так, и вот максимальный уровень. 4600 на 1453. Ух ты, прикольно, еще сыпется, я не... Проработали, да? Хорошие роги, красивые. Так, ну давайте сейчас прочитаем. Так. Нижней губой этот гибрид мастерски захватывает листья. Это мы читали. Рога Индрикоцера могут быть даже больше, чем у гигантского оленя. Это было понятно. Индрикоцер означает рог. Ой, апчхи. Будь здоров, спасибо. Рог Индрика. В русской мифологии Индрик считается королем всех зверей. Он немного напоминает носорога. Ну да, это вымышленное существо. Типа леший какой-то там. Индрик. Индрикоцеры любят биться друг с другом куда меньше своих предков, гигантских оленей. Ну, потому что у них гигантская масса. А чем больше масса животного, как бы, тем слабее у них кости относительно своей силы. То есть они бы сломали друг другу шею при первом же ударе. Рогами. Ну и роги бы сразу обломали, потому что силы слишком много. Так что давайте пойдем сражаться. Пойдет вот так. Вот так и вот так. Ну, давайте будем пробовать. Ну, подменится. И проатаковал.
Не очень прикольно на самом деле. Это моему идентификатору придется призывать двоих. Блин, и тут на один всего лишь проатаковал. Мы тут еще можем, кстати, прогореть. Вот и видите, и балл не даже не поставил защиту. Ну как-то слишком хитро играет. Так, ну а... Ну одного, ладно, я пробью без проблем. А вот второго... А вот со вторым у нас могут быть проблемы. Видите, насколько он... 50 уровень. Он сильнее нас существенно. Раз, два, три. И мне нужно ставить раз, два, три. Всего лишь один балл. Если он меня проатакует, то все отлично. Если нет, то... 50-50. На два. Ну, этого нам достаточно. Он нам сделал подарок. Вот два в защиту. И вот мы пробиваем его на 6000. Вот так вот. Кто-то торжествует, а кто-то лежит. Так, и ради чего мы сражались? 500 генов и диплодок. Ну, такая себе печальная награда. Вот такие вот дела. Так, вулкан у нас остается. Все-таки надеюсь, что получится еще его постримить. Так, еще зубастей. Что у нас здесь? Ах ты, прикольно. Два всего лишь, не три. Мне очень интересно, ребятки. Но это будет уже в следующей серии, так что спасибо за просмотр и до скорых встреч.